20 миллионов рублей потратят в край на оснащение избирательных участков, где жителям региона предстоит 9 сентября отдать свои голоса за нового губернатора. Сейчас объявлен соответствующий тендер. Камерами планируют оснастить и территориальные комиссии, где будут подсчитывать результаты. Мы предполагаем использовать видеонаблюдение в таком же объеме, как и на выборах президента Российской Федерации, в частности, не менее 741 участковой избирательной комиссии, где максимально зарегистрировано достаточно значительное число избирателей, свыше 70%. Что касается претендентов на кресло губернатора, то пока о своем выдвижении избирательную комиссию уведомили 6 кандидатов. С 18 по 28 июля им предстоит сдать собранные в их поддержку подписи муниципальных депутатов, пройти так называемый муниципальный фильтр. Как сообщили нам сегодня в краевом избиркоме, на этот раз меняется система досрочного голосования. В привычном формате она будет доступна только жителям отдаленных сел. Таких избирателей в регионе около 100 человек. Гарантии обеспечения избирательных прав уже будет не досрочное голосование, а так называемый режим мобильного избирателя. То есть возможность выбрать избирательный участок и 9 сентября проголосовать по месту нахождения.